На отдыхе в Турции нужно быть внимательными к своим словам и поступкам. Если не соблюдать турецкие порядки, можно оказаться в неловкой ситуации, как, например, произошел инцидент в стамбульском районе Биоглу. Турист приехал отдыхать в Турцию, получил счет, взял бумажные турецкие деньги в 20 лир и вытер нос. На этой купюре изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и символы турецкой государственности. Друзья туриста находились рядом, они сделали видео для соцсетей и выложили этот поступок. Так после этого возмутилась вся Турция. Туриста задержали, а после наказали по 2 статьям и депортировали. По турецким законам это считается наказуемым. Статья 300 Уголовного кодекса Турции предусматривает наказание за унижение турецких национальных символов. А статья 301 Уголовного кодекса нужно нести ответственность за оскорбление Турции, турецких правительственных учреждений или турецких национальных героев, таких как Мустафа Кемаль Ататюрк.